Сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности выявили факты незаконной предпринимательской деятельности по обороту криптовалют. Могилевчанин в качестве посредника совершал сделки на специализированных биржах. Таким образом, обналичивались и конвертировались в том числе похищенные у белорусских граждан денежные средства. Менее чем за год он заработал свыше 240 тысяч рублей. На правонарушителя составлен административный протокол, санкции статьи предусмотрен крупный штраф, а также обращение в доход государства всей прошедшей через криптокошелек суммы.